Специально для жителей и гостей города Сочи санаторий «Знание» проводит 26 февраля день открытых дверей. В его рамках можно будет ознакомиться с лечебной базой и номерным фондом, увидеть вечно зеленый дендропарк, узнать, что нового появилось в санатории в последнее время и получить другую важную информацию. Начало мероприятия в 11 часов в конференц-зале санатория.